Так, давайте чек. Кулак еще буду кадать. Ну, спасибо. Дорога, ты здесь? Ладно, одного не ждут. Погнали. Плаканту там тоже дайте. Поклонский на 4 стаках с меня заберешь. Дайте, напомню, когда. Лапу еще дайте. Ну, сейчас. А, нормально. Кому истерики дать? Присуйте. Вместо В3 ауру огонь воткните, а на последнем лед. Ну, реал, да, покидаю, скажешь, никогда тебе кидать. Хорошо. Мои чудовища не чета героя Мальяса Тирион. Надо подождать. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. А этот скоробей вообще стоит брать? Или клык лучше? У меня скоробеев это, если ты про танковскую триню. Ну да, про триню. Кидай. Я тебе кинул. Бузов. Я ее тоже за ГП забрала. Это меня активник, видите, пожалуйста, холипал. Холипал там тоже не сдохнет, пожалуйста. А, пилы там тоже давайте. Услужи выходите. БДК забирай с меня, пожалуйста. Поклонский, пожалуйста, возьми. Ладно, вот дроп ты танчи, на него напал дайте. Поклонского хит. Тебе боб дать? Давай. Спасибо. Дроп забирай, хотя ладно, он затанчит. Поклонский это наш с тобой сейчас, который идет. Вот троп возьмешь, который вылезет. Гера, дайте, пожалуйста. Поклонский. Пробегай по зеленому. Ну я бегу. Хит. Все, добирайте кислота. Так, здесь пускай РПО стоит, тут все равно ничего такого толкового не падает. Сейчас как на Нидет шло, так на Дис. Да думаю, не на Нидет. Слишком хорошо думаешь о людях. Да мы уже должны быть все богачами. 2018 год. К тому же здесь голда нужна. Ты сегодня чего в обычную зеленку не видел? А, я это помню. Блин, а там... Ген единственный из всего рейда. Они люди ходят тебе. Так, ну чё, ну показывать свой скилл. Идем на ДБ, хилика. Чуть что прижимайся на всякий случай. Я тоже прижимайся. Идеально. Бейте. Реал, я тебе уже стерик кидать не буду, я тебя на следующего ставлю. Я пока не могу прочитать. Откату кидай. Да я тебе уже норди кину с пула.
Так, стрела. Следующий. Что-то чувствую пиздой сейчас. О, не, ошибся. Молодцы. Маги стол ставьте. Ну, вспомните, там манухила. То, что вам не надо, там распыляйте, не отказывайтесь. Запустите босса, там минута представления будет. Запускайте, да. Ренжел тоже сразу возьмите. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс. Нужна кому-то рыба, которая все живы. Ну. Можешь поставить, не жалко. Мне не жалко. Ну тут вопрос в том. Кому нужно? Это Поклонский, у тебя есть РПО? Если есть, можешь спекнуться. Мы здесь в одного танка можем тащить. Я приступаю к ритуалу призыва. Здесь рок может спекнуться. Ну давай так. Ну уже поздно, он спекнулся. Готовьтесь к забвению! Спасибо. Так, по поводу диспелов. Вон, три мага есть. Три мага и подиспелите. Таби тоже подиспелишь. Ребят, вы там кучно очень стоите, наберите раньше. Ну, да, друг друга. Там по бокам тоже стоит. Сзади босса вот очень много места свободно. Стой, иди сюда. Вот сюда иди. Ринки, иди сюда. Какая там лучше хилка у меня станет? По-моему, было легче доставать. Ты, Дрейд, подойди сюда. Или ты отсюда достаешь? Ты двореньки достанешь? Я думаю, что нет. Так, 2 секунды. А у нас еще Герна, когда? Мы будем без нее. Кстати, сова, если у тебя тайфун вкачан, накидывай, пожалуйста, карта в мегазону, если ты умеешь. Карта РТ будет. Заливайте. Додайте прикилим, РТ заливайте. Милики РТ заливайте. Молодцы. Кралька, глыбу. Молодец. Стаки, стаки, стаки. Молодцы. Это вот роб сокровища, что оставляй. Я тебе скажу, когда я кидать. ШП, беги там. 3 все хилим. Так, сейчас скоро вулкан будет. Все заливаем, все абсолютно. Если не достаете, подойдите поближе. Все, вулкан заливайте, вулкан заливайте. Давай, Сакру. Или Каспай гим на хп, или Каспай гим на хп. Бейте все инферналов. Инферналов бейте. Перегер, давай ты следующий гим на хп. Гим на хп, дай. Убивайте инферналов. Молодцы, никто не упал. Может, даже ДБ сделаем. Кральку хильте, хильте, хильте мага, мага хильте, мага хильте. Алло, мага захильте. Сейчас же бомбанет. Не помню. Молодцы. Варенька, варенька. Да, его тоже хильте. Что, у нас так и скоро будет. Сейчас они застолят. Вот роба хильте. Попало, хильте, попало. Убейте дальше босса, не надо, без портал. А, я думаю, тут не упало терпки, я надеюсь. Да. А, упало. Ладно, о, сейчас. Решение, давайте войду все. Не упало, я надеюсь, говорит. Ну, хорош. Сейчас мы тогда по ЕПДП глянем, кому там она нужна. Так, вот. Трися, ты там писал, что на хилайзер, да? А, ну хотя.
Если на ДБ идем, да, может, там пусть тряпки выйдет, прокашет. Это уйдите, да. Тотему тоже пока свою уберите, и Войд, кто там, в общем, получит решение, дайте 3 7 выше всех, и можете ГП начислить. Так что тряпки уходят? А Дима, спекаться мне в ДК? Сейчас мы пока не знаем, кто там у нас. Да, ему отдавай, и 3 7 начислите, пожалуйста, ГП. Варенька, я дам тебе ассиста. Где ГП? Запускайте босса. Сейчас глянем, что у нас там за друзья. Вы заслужите достойную награду. Пересягаться. Сейчас, зачем тебе утешение? Утешение фипов? Ну? Классно же. Ну там не сульдей, на него бисовые тринки, там с десятки или с пятки. Не, ну там да, но это на ПВП хулипал, по-моему, утешение вполне себе ничего. А вообще вот бисовые, это льда с уголона, да, десятки? За триумф. За триумф? Ну да, в том числе можно иногда чешку. По-моему, в ПВП это хп на пусте солит, чем у него мана кончится в процентах 90 случаях. Пекайся в БДК, ты там хотела потанчиться. Что, спекаться? Да. Можешь немножко даже ДД-шмоток оставить. Возьмешь тогда Шабада, звезду. Вышла, Дина? Угу, я вас понял. Так, я возьму своего дружка ДК, это Ромбика. Шакола возьмешь поклонский треугольника, и Рогу возьмет... Утроп, я надеюсь, ты возьмешь? Или мы с тобой давай поменяемся? Он стоит там в самом конце. Возьмешь полумесяц? Ну, тогда хорошо, возьмешь полумесяц. Все, танки, надеюсь, вы запомнили. Так, товарищ Лок. Будешь черри покидать изгнание, присоедини, если ты меня услышал. Да, отлично, хилика массово диспелишь. Триггер диспелишь точечно. А, нет. Хотя нет, да. Пускай ты будешь диспелить точечно. Первого будем заливать, сейчас метки будут спадать. Первого будем заливать звезду, потом мы будем заливать ханта, кружочек, потом мы начнем заливать так, ромбик, а потом мы уже начнем заливать решкелов. Я буду ставить метки. Так, все здесь все понятно. ЧПшки, там фиры тоже по КД кидайте. Маги, если что, к вам, если кто-нибудь бежит, замораживайте. Танки, естественно, там. Так, у нас... А, еще. АДК. Ты здесь? АДК, ты тут? Звездочку притянешь к себе. Вы здесь дальше стойте, и все. АДК сам потянет к вам, и вы можете заливать звезду. Не надо бежать сейчас. Танки давайте на позицию. Тобы, слышишь, меня метки не сбивало, а Рогорму передай РЛА. И с вареньки с ними ассиста, по идее, не нужно ничего слетать. Так, еще раз скажи, что? Рогорму. Третья группа лок, если что, хочешь, чтобы метки не слетали, передай мне РЛ. Я чисто с ними не должен слетать. Так, то есть сейчас локу дать РЛ, а с тебя снять ассиста, да? Да, Рогорму РЛ передавай, и все, больше ничего не надо, я хорошо. Не должен метки слетать. Хорошо, все. Танки, давайте на готовность. Один, два, три, давайте, тянем своих. Бейте там пока звезду. Можете гер дать, не жалейте. И заливайте там активника. Диспелис не забываем. Шаман, поставь, пожалуйста, тотем на антифир. Декада, ты поставь. Только на свою пати действует. Ну я знаю, поставь. Утроба. Это попало, хилья, девочка, попало, хильте. Он сейчас кони двинет. Кого дальше? Конта бейте, кружочек. Это раз они бейте. У вас там две роги, вы можете, кстати, хулипала косты позбивать, на нем посидеть. Маги, вы там, кстати, аккуратнее тоже. Конта там лейте. Мобы ферится, останется, дизармится. Конта бейте, киньте на дизарм.
поближе. Ну, бить ханта, что очень долго. Потом мага ромбик заливать. Опять же по эфир дать в центр туда. АДК там тоже кильте, там маг бьет АДК. АДК кильте. Потанчивайся, я говорю, снайп, кильте. Я захилюсь. Главное там дашник выдерживать. Ну, можешь я даже добавить сделал на ромбик бить. Встаньте все в центр, кто там не танчит и не хилит. Чтобы на вас мобы не агрились. Потом будете черри бить, а этот лок потом знание на него не кидай. Давайте ромбик добивайте там, потом будете дроиды заливать черри. Это треугольник, давай уходите отсюда, потому что, блять, сейчас шакул начнет бегать от дезома. Там черри под ДК тяни в центр, пожалуйста. После него будете холипола заливать. Вар. Это дудутивка, уйди, пожалуйста, немножко подальше там, знаешь, левее. Потому что у меня тут ДК отрывается на тебя. Полипало там бейте, косты ему сбивайте. А вы не говорили мне подводить моба? Я тут типа слушала да. Что-то другое. Не, пока моба не подводи. Окей. Так, самага вы не добили, да? У него почему-то был терамио на хп. Мага и не били. Ну ладно, тогда. Там шипов. Бейте переста тогда, потом. Потом мы мага начнем заливать. Холипал, это дед мобов на тебя агрится. В центре, где? Это Рога, вряд ли. Это Рогу оттягивайте. Адекай. Иди сам. Бесполезно. Сейчас я помогу. Его оттянуть. Да бейте Рогу уже. Ну что, бьем его. Давайте Рогу убьем сейчас. Бейте его тогда, да, полумесяц. Там маги замораживайте его. Это Хилика, спой гимн на хп, пожалуйста. Тражила, уйди, пожалуйста. Подальше. Спой гимн на хп, Хилика. Уже на хп. Тьфу-тьфу-тьфу, не на хп, а на ману. Твой хилов мана села. У нас еще никто не упал. Может даже ДБ сделаем. Меня ДК сорвался. Сейчас его тяну. Отходите от боссов подальше. Бейте уже ДК. Если он уже стоит, бейте его. Потом треугольник будем убивать. Давай стереугольник бить. Потом шабаду будем бить. Вести его к вам? Ну, можешь вести, если хочешь. О, хочу. Ну, тогда иди. Я хочу на вары истерии кинуть. Так, сатана шанс ДБ сделать, никто не упал. Еще валькирии надо было. Подожди, сейчас на валиках попадают. Я надеюсь, что они попадают. А ты хила, я обратно в ДД спекаюсь? Да, я сейчас так и сделаем так. Давайте. Тринка не упала, да? Нет. Давайте уходите из центра. Все, уходим. Только не запускайте. Это Дуду типка, у тебя ДЦ есть? Что-то ему уберите. Тотемы, да, понятно. Килик, ну тогда спекайся, спасибо.
Как кто танчит? Ну, пускай Артроп дальше танчит, поклонский спекайся в ДД. Ставлю рыбу для тех, кому надо. Спекайся назад в ДК. Буду чипка давать ДЦ. Я сдохну ДЦ. Ну тогда Варенька давай ты ДЦ. Холиприст. Ну, холиприст, какая разница. Еще лучше. Вообще никто не упадет сейчас. Ну вот. Это. Да ладно, пускай они не морылась и так уж. Давайте. Подождите, тут хоть читайте манури случай. Давай. Это утроп, напоминаю, начинаешь все не с таунта, а с тарелки именно. Таунт оставляешь. А я всегда так начинаю. Отлично. Так, с хант, ты возьмешь беленькую и будешь напуливать на темненького. Понял, да? Так, по поводу смены цвета я скажу. Противоположные сверки не лайте, пожалуйста. Магов это вас вообще касается. Так, Варенька, ты спекнулся. Это перетяни, пожалуйста, лог Варенька в пятую пати, а Хилику в четвертую пати. У нас маги не попадали. С пятой кого? А, понял. На Хилику. Да. Походник. Хотя, по-моему, темной сущности нету. Так, отлично. Лог, чекай там на бафы на готовность. Скажешь, там готово, не готово. Я это не вижу. Взял на пулю. Ну, пускай на пулю. Так, вы что сказали, взять белую, напуливать темную или что, не понял? Да, вот, то, что попал, возьмет, вот его и напуливаешь. Вон, видишь, ты ж на нее метку даже поставил, свою, охотника. Вот, его и напуливаю, напуливал. Че там, все готовы, Лок? Угу, могу тебе РЛ передать. Да, не надо, погнали тогда. Пал, давай беги. Бьем. Килим. Меня и попало. Ты далеко стоишь от хилов? То я? Это вот, Роб, встань, пожалуйста, поближе, то тебя не достает. Ты повернись поближе к нам. Все, молодец. Так, килим нас, килим. Там уже охотник возьмет обратно темную бери, охотник, бери темную. Да хант, возьми темную. Ну, не сдохни, пожалуйста. Эти мля, кильте его там. Эй, вот духа дал. Отлично. На монеру. Все, можешь не напуливать дальше хант. Бей, светлый. Так, хилим нас, хилим. Так, килим. Так, смотри, спецспособность еще одна. Смотри. Меняем. И бьем следующую арку. Меняйте. Трагосов, блять, ну. Ебаный рот, блядь. Вот мы сделали, а чего поздравляю. Ну бы, сука. Это его уже критическое. Он сам там сферу ловил. Его уже проблема. Ну, мы там просто не поменяли. Добивайте. Хам, блять, опять этот вздох. Бейте дальше эту лодку. Добивайте, отлично. Так, выбор не упал. ПЦ. Папа-па. Запустите, пожалуйста, этого босса. Блин, зато в хэнд упал. А я не могу. Так, ну, почти я сделал. Я в шипе обратно. Да, можешь в шипе. Килили потери. Отлично. Павшин там баф. Поклонский спекайся назад попало. Там самый определитель после опыта справа. Давай я слева буду. Можешь слева. Там левая рука нужна сильно кому?
качестве орды, паладин. Мы примем любой вызов. Нить потом узнаешь. Ты на минутку быстро. Давай я отдам. Король Лич понес тебе потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои. Да? Да-да. Спасибо. И, кстати, знаешь, что ты можешь лог передать Ирова этому вареньке, он потом его будет начислять. А я хай раз зайду за шамана ИП. И запоминайте всегда на будущее, когда смена цели идет, надо максимально быстро сменить портал этот, во цвет дебафа своего. И вы должны по пути, когда бежите к другой варьке, эти вороны, шарики тоже оббегать, а не ловить их. Бывает это. Если вы цвет меняете, это не значит, что по вам урон она проходит. Так, ну что там? Табе делать хоть как-нибудь. А вот мне линию левую руку отдали. Уже 4,7. Отлично. Ура! Ставь рыбу. Ставь. Давайте пока хавать. Потом наверняка там сам чекнет. Рейл, я тебе, кстати, забывал с истерики кидать. Что я забыл? Я тебе тут с пола кину. Оставь на фазу. На вторую. Хорошо. Варенька не с нами где-то. Сейчас он будет. Кресло, знаете? Че, в следующий час РС-ку пойдем? Или еще ВВК? Да не будем уже РС-ку собирать. Пойдемте в ВВК еще. Ну хорошо. Я магом зайду. Не, Десильер, я уже с вами сходил, хватит себе. Вы еще не ходили? А не, до этого ходили, вайпались на синий. Ну да, я помню просто. Я жил там. Чека погнали. Ну, чека варенька и погнали. Я ж не чек. Ну что, там все готовы? Все готовы. Что это было? Сейчас я уверну. Давайте, ведите этих подбоссов. Заливайте там трешак этот. Следующую пачку потом тоже под босса, но больше дамаг давайте у босса. Он все равно закопается, а мы потом успеем залить трешак. Крест по локам обновите. Дайте мне крест. Полепал, можешь ждать. Косер у них есть, ничего. Это что, кресты прерываются, не пойму. Давайте под босса пока. Больше ДПС от босса давайте. Не надо тут. Трешак. Ну отойди. Больше ДПС обосновать. Все, долево стержак. Лужу, лужу. Так, Келика, беги. Келика, лужу давай. Это весит там моба. Что? Носа, молодцы. Бейте пока этих скоробеев. Хилы себя и танк на фул. Так, один вылез. Давайте его убьем.
поставьте крылья маны. Он не читает. Можете им на маны спить, да. Варенька стоит. Что там придет? Мана уже не хуй. Да фул мана у нас. Это мана фуловая. Я уже вижу. Кто хуй может дрочить. Коробоски бежит. 8 секунд до появления, по-моему. Да. Секунда, даже 5 секунд. Секунд. А, ДБ меня что, не ебывает? Так, давайте ту пачку под босса и вместе с боссом будем его переводить. Давайте под босса выводите. И вместе с боссом его переводим. Трешлите. Не бейте босса. Давай, Герошаман. Герошаман, шаманы, шаманы, молодцы. Давайте хит. Хити, варенька, давай гимнаха, по гимнаха тоже, давай. Сейчас да куда отвалим. Зачем? Мне очку и сердце не сломать. То уводите мобов отсюда. Да. Не хиньте сильно. Он сейчас, сейчас может хитить. Там 4 кадра не сдох. Полипал не упади. Так, пока гимна не давайте. Вот поклонский можешь сакру дать. Дайте. Так, Криер, давай гимн на хп. Гимн на хп дай. Меня хильте. Кто не хильте вообще? Давайте, добивайте босс. Тут он. Не хильте уже, стойте. Да уже хильте, я сказал не хильте. 10 тонн осталось. Там руки резали хил или нет, что-то понять не могу. Не знаю. Ну, Хант умер. Так, а. Что там упало, плащик? Эти три галии на ДФБ идут или нет? Или там токены на ДФБ? Нет. Здесь на ДФБ ничего не идет, кроме трофея. Так, плащик не упал. ПЦ. Так, сейчас я зайду туда на ИП. Там тоже заходите, кто писал.